Аниме, кавайды, суки, могулики, рогоголики и прочие любители рогули и загогули. Я тут покумекал, посидел немножко, ну буквально все у меня тут минут 10 и попыток, ну ладно, минут 20 и попыток 5, наверное, ушло на то, чтобы придумать, как решить эту сакабанину. Сейчас покажу, если не забыл. Что у меня тут? Ой, что у меня? Сама-то игра тихо, притихо, притихла. А как мне? Нажимаю. Микрофон нажимаю. Понятно, что тут особо нечего слушать, но все-таки. Вот этот вот тон, туда он почему бы не послушать. Так, надо это. Перед просмотром выключить, а то у меня кодировщик ругается. Господи. Что на этом ноутбуке можно вообще делать? Мало что, поэтому делаем, пока можем. Когда не сможем, будет поздно. Когда не сможем, будет поздно. Вот. Как-то так это делается, смотри. Вот я еще думал об этом, что не зря вот эти вот места для статуи стоят в линию. И разумно было подумать, что нужно выставить все статуи в линию, и потом жук-жук-жук супер с лапом, с браслетом. Ну, так и есть. Я почему-то в тот раз не вспомнил, что я могу делать вот так, по диагонали, чтобы в меня прилетали вот эти штуки. А я могу, видишь? Я могу по диагонали, чтобы в меня прилетали штуки. Так, вот теперь я забыл, что я делал. А, точно. Свап. Еще один. Вжих? Видели? Видели, как я вжихнулся? Я вжухнулся. Сделал вжухецкого, так сказать. Вжухаристию провел, извините меня. Чувствительные верующие. Это я не смеюсь над словами. Я смеюсь словами. Так, а сейчас мы смотри. Свап кидаем, и он нас вжух-вжух-вжух-вжух-вжух-вжух. Во, все, точно. Я уже записывал в холостую видео без звука, где я делаю то же самое, но я не додумался, что по диагонали можно толкнуть бревном статую. И думаю, ну ладно, запишу на всякий случай. А оно не расставилось как надо, ну, потому что вот камушек снизу я притягиваю бревном, а вот тот, что сперва внизу стоял, никак потом никуда деть не мог нормально. Следующая головоломка называется «Статуя Маднес. Безумие статуическое». Давай поглядим, что можно сделать. То есть в том названии опять же содержалась подсказка. Instant place. Ой. Instant place change. Сразу менять место. Только взял посох, сразу меняй. Ну почти. А тут-то, господи. О, жуть-то какая. О-о-о. Вот это да. Вот это я понимаю, Madness. Hello, Madness. My old friend. Ой, ладно, начну отсюда, потому что она светится уже, она меня провоцирует на удар. Ой, я даже не знаю. Тут явно придется повозиться несколько попыток, потому что я уже в тупике. Кстати. А или... Погоди. Давай сейчас. Немножечко отступим. Ну вот смотри, допустим, да? Вот так зайдем. Такой заход совершим. О, жесть. О, жесть. Вот это прям вообще. Вот это придумали. Ой, тут надо очень осторожно. Буквально каждый шаг нужно делать очень-очень карифульно. Карефуль соблюдать. Карифульнес. Вот тут начинается сейчас самое загвоздическое. Да, я чувствую, я уже чувствую, как я ближусь к тупику. Вот тут все так красиво расставляю, ты гляди, вообще изящно. А вот сейчас бах и тупик. Угу.
Ну, да, бах и тупик. А что, как бы мне тут, мне так сказать, чтобы это самое... Как мне тут вот этого, вот того, вот этого сделать? Раз тут все не так. Не так все просто. Ну, оно и так не казалось просто. А когда приближаешься ко второй половине этого безумия статуического... Ой, извините, что-то у меня... Горлышко что-то у меня. Немножко. Вот нормально. Как же мне выйти из этой затруднительной ситуации? А я вот чувствую, что уже никак. Вот чувствую, что уже никак. Ага. Ну, если я вот этот зашвырну, то я вот... Вот того никак не достану. А это не то, что мне надо. Ну ладно. Что-то надо делать. Ну, тут уже... По правде говоря, нечего. Да. Оки-доки, давай попытаемся еще раз. Три попытки, я ухожу опять за кадр. Буду делать, пытаться это закадрово. Ну, давайте по пути наименьшего воспротивления. Смотрю на этот, бью вот этот. Ага. Давай так начинать. Ну и этот до кучи тоже. И этот тогда почему сразу бы и нет. Вот этот не стоит. Этот не стоит. Это вот зато случится. Вот как-нибудь вырулить вот эту штуку. Ну, смотри, да? Уже вот все как-то... Все как-то вот так вот... Ковар, я уже чувствую коварство этого уровня. Чувствуешь коварство его так же, как я. Вот, не сомневаюсь. Но почему-то мне не хочется откладывать вот этой стеночкой. Иначе мне вообще не развернуться. Вот эти ниши тоже явно неспроста. Но... Я что-то не знаю, как их использовать. Допустим, это сразу сюда. Вот эту не трогаю. Это я понял уже. Ну, или трогаю, ну, ладно, пока непонятно. Не спешим. Людей не смешим. Ну вот я опять сейчас загоняю себя тупиковича. Тупиковича Викторовича. И чем это отличается от предыдущей ситуации? Тем, что я пока только тут ничего не нагадил. Или нет? А, как бы мне проникнуть-то наверх? Ну, вообще нет. Вот если бы этот, если сейчас... А я его не мог вниз увести. Понятно, ладно. И тут я не пролезла. Никак. Извините, ребятишки, мне пришлось немножечко отвлечься. Сейчас я... Это у меня вторая попытка еще. И я сейчас... А я не знаю, что я тут сделаю сейчас. Я тут уже в тупике опять. Мне тут совершенно не сделать никакого хода, который открыл бы мне какие-нибудь возможности. Ну ладно, сейчас третья попытка. Если она не удастся, то... А, я пока ухожу за кадр.
Если у меня появился интернет, то я поучусь или поработаю. Если нет, то буду вот так вот прямо пробовать сейчас за кадром что-нибудь тут порешать. Если нет... Ну, подглядывать опять пока рановато. Куда нам спешить, да? Я уже три подглядывания сделал за все время. Позорно. Так, с чего бы тут можно было начать? Ну, мне кажется, начало однозначно вот так, потому что нам нужно как-то... Хотя, вот насчет вот этой штуки я уже не уверен, потому что вот, вот эти два тот, чтобы по низам никому не мешают. А вот сейчас уже не так все очевидно. Так, тут я сделаю затор, я не должен его делать. Да? Ну, я смогу потом от него избавиться, если что. Смотри, сейчас даже покажу, как. Я тут смогу избавиться от затора. Вот с чем-то. Или нет? Ну, вообще, это, конечно, возможно. Как говорится, чем не шутят всякие. Вот тут, конечно, я себе опять подлянку сделал, да? А не зайду, никак не выйду. Ну, это относительно безопасно. Сюда можно сдвинуть. Это я потом куда-нибудь поставлю, приставлю. Фига их тут вообще сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четыре, пять, шесть, 18 штук. Кошмар. Жуть, никогда еще такого не было. Таких больших наборов статуй. Действительно, Madness. Madness Returns. Как говорят американцы всякие. Ну тут вариантов немного. Тут я только хоп-хоп и в тупике опять. Это не считалось за третью попытку. Она была глупой и исходила из предположения, что я смогу разрулить затор. Я его разрулил, но это не без последствий оказалось. Ну, тут тоже непонятно уже, как действовать. Ну, как тут действовать? Ну, это там уже мешает. Вот это уже настораживает. А что, да, легко загонится сейчас опять. Ой, а чё тут у меня вышло такое? Некрасивое. Ну ладно, это я еще могу разрешить. Таким вот незамысловатым образом. Вот эти ниши я не использую совершенно. Мне кажется, в них кроется секрет успеха. Что-то я уже ничего отсюда не вытолкаю. Никак. Если сдвину эту сюда, я уже вверх не зайду, чтобы что-нибудь оттуда выпнуть. Ну, давай немножечко тогда иначе поступим. Я могу сюда зайти. Мы куда-нибудь в безопасное место откинем пока вот эту каменюку. Во. Теперича. Теперича. А тут я уже тупик себе формирую неприятный. Так что давай... Ой, не знаю. Не знаю. Походу надо это... Передумать это, покумекать опять.
офлайново. Пока не ясно, что можно сделать. Так, чтобы не напортачить. Тут я в шаге от портака. Шаг портака, также известный как шаг Спартака. Крикнешь чунить с дуру, совершишь и все, и пути назад нет. Из тупика, и со скалы слетевши, ничего не сделаешь. Чем придумать, да? Вот этот загнать. Вот этот загнать. А как я его потом выгну? Если его загоню сейчас. Ну давай подумаем. Вот я его такой, оп, запихнул сюда. Он вот тут вот стоит. Курсор там видно, наверное, да? Стоит здесь. Вот этот я сдвигаю вниз. Он тут что-нибудь там могу расположить, если захочу уже сейчас. И тут у меня получается, могу сходить сюда. Тут я ничего не протолкну, и тут я ничего никуда. Нет, так не пойдет. Так не пойдет. Тогда мне что? Не так уж много ходов есть. Могу сюда сходить, вот это затолкнуть. Но это тем более ничего не даст. Коварная, коварная проблема. Как же тебя запобедить? Ой. Черри, что там делаешь? Черри, брысь из-под стола. Тут действительно никаких вариантов уже не осталось. Значит, надо как-то пораньше туда пробираться. Угу. Не, ну тут уже ничего. Действительно ничегошеньки не сделать. Блин, все в тупике. Если вот так что-нибудь прогоню. Какую-нибудь фигню. Вот это я уже никуда не дену. Ладно, пока у меня сейчас еще головешка немножко работает на создание новых ситуаций, надо этим пользоваться. Вот это я распихиваю, чтобы не мешали. Ладно. Поздняк, что-то менять, если можно было. Опять уже ничего не сделать. Вот. Вот ведь. Вот ведь странная пузлина. Ну, глянь, какая она. Обманчиво беспрепятственная. Статуи сами себе препятствия чинят. Дожили. А можно вас подвинуть как-нибудь, пожалуйста? Нет, нельзя. Ну, пожалуй, нет, нельзя. Ну, ладно. Ну, пожалуй, нет, не получится. Ну, пожалуйста. Нет. Ничего я тут не сделаю. Фигню какую-то сделаю опять, ладно. Я что-нибудь вытанцуем из этой фигни. Какую-нибудь глупость. Несусветную чушь. Например, такую. Все. Я тупик сделал. Я сделал. У меня тупик. Ой, высокобаны решали. Высокобанов решаете? Нет, просто показываю походу. Что я могу сделать?
По-моему, ничего. Сейчас с другой стороны попробую зайти, и на этом хватит уже мучить всех. Что тут? Не на что тут смотреть. Проходите мимо. Ну, опять я вот эту гоню куда-то непонятно куда штуку. Ладно, я не совсем уверен, что сделал что-то в умное. Я почти что-то сделал. Однако я почти что-то сделал. Нет, надо не отпускать, пока у меня есть какие-то мысли, даже если их не могу сейчас реализовать. Сейчас что-нибудь придумаем, как говорится. Что мне не дает пройти вот туда? Так, по-хорошему, по-удобному. Вот это уж фигня какая-нибудь. Ну, это ладно. Все равно пинать. Пинать так пинать, я ей помашу рукой. Как было в песне. В великой песне. Сейчас, подождите. Не, я помню автора. Нас давно не видел. Давно не видел, не контактировал с этим человеком. Он вообще у меня. В Дискорде-то он у нас еще есть. Да, мой давний зритель. Ильнар Тукаев. Как-то меня очень сердечно поблагодарил за то, что я вспомнил эту песню. Привет, Ильнар, если ты меня смотришь. Давненько тебя не было. Нигде. Нет, что-то я решил тут придумать и вышел из этого ничего нового. Коварные ниши. Это не так делается, точно. А как это делается? Все, последняя, самая супер последняя попыточка. Потом я уйду обмозговывать это. Сам. Как говорится, обкашлять надо в течение это делится. Чё сейчас по времени? Ну, без 8 полночь, тем более надо заканчивать. Как бы мне пробиться налево? По-моему, это я уже делал. Вот это я уже, мне кажется, делал. Ничего хорошего из этого не вышло, да? Ну, сейчас я тут какую-то фигню натворю. Ну, натворил. Абсолютно бесполезно что-то. Что-то не вышло. Ага. Что-то не вышло. Что-то тут не придумалось ничего, что должно было придуматься. Ну или не должно было, ладно, сейчас просто все поспехаю. Даже могу. Уж что могу. Нет, тут все. Тут точно все. Да, потом подумаю.
Так, ну даже получилось, как обычно бывает, да, отдохнул, а потом бах, и сам того не понял, как умудрился попасть туда наверх и решить эту сокобанину. Так, начал останавливаться, давайте и следующую. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее вернемся к тому, что остается недопройдено уже многие месяцы и годы. Старческий голос намекает на то, что я могу не спешить. Что-то опять игра супер тихо. Да, а что тут слышать? Нечего слышать, ну ладно, чуть-чуть погромче сделаем. Оно вообще показывает? Оно показывает, кстати, да. А где у меня? А вот она. Ну, давайте на 8. Следующая проблема называется «Всевидящий глаз истины». И другая проблема называется «Собака бегает куда не положено». Беги туда, туда. Вот. Там и бегай. А мы сейчас в другое место побежим. О, так. А, маленькая карта. Мало значит, что можно делать. У нас простор предметов некоторые есть. Ага. Так. Браслет сквозной. Браслет хождения по воде. Обычная палка плюс один. Щит плюс один. Посох свапа, который я смогу. Ну, почему-то понятно, что я с ним смогу. Так, давайте думать. Чуть потише сделаю. Немножко отвлекает громкая музыка задорная японская. Так. Посох свапа. Можно начать с этого. Давайте так и сделаем. Так, водохождительный браслет. Нокбэк став. А почему не могу эту воду войти? Позвольте-ка. Позвольте-ка мне полюбопытствовать, что не так с этой водой. Очень странно. Очень странно, ну ладно. На всякий случай экипирую вот эти вещи. Ага. Так, а что они там по синергии свои дают? Так, ну, могу экипировать два браслета одновременно. Ну, окей, конечно, но мне сейчас это не надо уже. Почему я не могу эту воду пересечь? Я не понимаю. Ладно, давайте заново. Что-то тут не так. Ну, эти все целиком обэкипируемся. Пинг, пинг. Уиник. Уиник. Все, сейчас нужно отсюда выйти. Даже не знаю как. Может так? Ну. Ну тут ведь как, да? Как говорится. Давайте кое-что попробуем. Ровно. О. Так, свиток. О, посох паралича. Вот опять не могу почему-то здесь пройти. Это же. Вон. Смотри, тут кто-то есть. Тут есть кто-то невидимый. Ой. Здравствуйте. А вы будете меня бить там или что-нибудь делать? Ладно, я в тупике. Поэтому буду их стукать. Ну, просто так.
А, о. Они мне не наносят урона, да? Я могу их замордовать, что ли, получается? Не, если могу, то блестяще. То и буду это делать. О, ой. Мне даунгрейднули мое оружие. Но он уже не сможет наносить меньше единицы, да? Никогда. Ой. Эти грязюки размножаются. Я хочу попробовать замордовать их. То, что отсюда я уже не выйду, ясное дело. Насколько они могут размножаться? Заполонят ли они всю карту? Нет, это явно не так делается. Ладно, ладно, ладно. Можно я резетну? Так, не уверен насчет начала. Потому что мне надо будет как-то... Вот, предположим, я оказался здесь, да? Вот этот я поставил опять сюда. Чтобы потом вот этот мне толкнуть туда, мне нужно оказаться там. Это, допустим, я каким-нибудь образом через вот это вот, да, я не знаю. Короче, надо опять думать, пробовать. Я считаю, что в первую очередь тут надо сейчас пробовать. Все взаимодействовать с этими грязюками. Это правильный перевод, кстати, слово «муддер». Его очень хочется, наверное, перевести иногда как-то более близко к оригиналу, чтобы корень был со словом муд. Но нет, не, пожалуй, не стоит. Ну вообще, если я поставлю сейчас вот этот сюда, мне ничто особо не должно мешать. Так. Вот так вот, и вот тут нокбэк став лежит, я нокбэкаю невидимку этого мудера. А потом что делаю? Потом я, в общем-то, свободно могу ходить здесь. И мне надо будет попасть туда. Будет заманить этого мудера, фиг знает куда, чтобы пройти. Ну, у меня там еще свап став, но нет, я его не возьму, кстати. Короче, давай пробовать. Чё рассусоливать тут-то? Давайте пробовать. Так, вот. Он там. Много бэкстав. Что я могу сейчас сделать? Ни шиша. Ну, мне смотри. Вот этот камушек. Бэмц. Надо оказаться с этой стороны. Вот как я пока не уверен. Так, ну давайте нокбэкнем. Что делать? Ну давайте подгоняемся с ним как-нибудь. Ну, я не смогу его сейчас, да, обойти. Никак. Не, его не обхожу никак. Весьма-весьма жаль, что я его никак не обхожу. Но, смотри, я его могу отманить, да? И оказаться в тупике, окей. Но у меня есть брасулька. А он туда возвращается все равно. Ладно, значит, это делается не так. Ну, предположим, следующий вариант. Я сейчас снова свапаюсь вот с этим камушком. Или вообще с этим. Ну нет, этот я тогда вообще никуда не дену, да? А этот смогу нокбэкнуть, если масть ляжет.
Through. Как бы тхруф произнес. Очень по-американски. На американском пиндовском. Ну смотри, а вот у меня есть паралича, да, в боссах. Давай думать. Думаем. Есть ли смысл сразу паралич делать? Это я толкаю. А вот нет, нет, нет. Вот этот я толкать по-хорошему должен быть туда. По диагонали направо наверх. Так что что? Вот этот бы мне нокбэкнуть. Не весть как. Если я сейчас кидаю парализис, давай попробуем. Ров. Ну там все, ладно, это было плохое использование парализис стафа. Если я сейчас свапаться пытаюсь с ним. Я оказываюсь у водички нормально. А вот сейчас бы запараличить, да. Ну да. И вот эту можно было вытащить пораньше, хотя фиксно. Тяжелая задачка. Давайте попробуем чего-нибудь еще сделать. Чего-нибудь еще. Слушайте, уже усложненные сакабаны. Немного осталось. Осталось чуть-чуть. Или. Свапаться с этим я пробовал, да? Да. Это не дает мне никак тут развернуться. Ну, кстати, ну, а нет. Этот я не свапаю ни в коем случае. Тогда не проникаю к другому свап-посоху. Ну вот, смотри. Этот там у меня никак не окажется в диагонали. Вот этот может оказаться и вверху, и внизу. Это без всяких свапов сейчас. Этот только здесь или здесь. Ну тогда этот я должен либо свапать вот туда, либо опять же нокбэкать туда. Вот этот получается у меня здесь остается. Сложно. Complicated, difficult and complex. А может так это все сделать? А может так вот вообще сделать? Не уверен, что это хороший день. Я уже никак не получаю другой слаб. Потому что вот этот бы свапнуть на свое место сейчас. Но туда никак. Вот если его увожу, увожу, увожу. Бах, 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 бах. Ну и опять же попадаю в ситуацию, где я его не смогу запарализовать. Ладно. Пойдем опять от угла.
От угла, также известного как солиста группы Эргазм Нострадамуса. Свапаю. Надо ли этот убирать в игре, кстати? По-моему, нет. Как я иначе тогда? Тикитаем. Блин, как я тогда нокбэк став-то сюда понесу? Фиг знает. А, о, кстати. Смотри. Есть вариант. Я сейчас это чудовище тут агрю. Увожу сюда. Свапаюсь с ним здесь. Ага. Во. Парализую. Вот, так. Я смогу нокбэкать. И что это мне даст? Непонятно. Что вот с этим я застрял. Я его сюда никак не смогу. Хотя постой. Не, его туда вообще никак. Погоди сейчас. Так, ну давайте. Это я условно сюда тыкаю. Сейчас бы мне на самом деле посох нокбэковский. Ну вот это вот использовать. Ну вот этого дружочка. Ну я там никак не окажусь сейчас. Блин, я себе... О, я себе замуровал вот тут, ладно. Не получилось. Попробуем еще. Возможно, примерно так же. Будем танцевать, исходя из этой ситуации. Давайте, подсказывайте. Так вот, мягонько, кто знает, как. Кто понял, как тут что сделать? Я вот не понял. Мне вот что-то невдомёк тут. Так. Сразу тут нельзя. Вот так. Здорово. Если мне надо обязательно, да? Вот паралич мне сразу использовать или... Ну, больше я нигде его в угол не загоню. Поехали. Уже паралисис тхров. К теперь че? Тяжко тут что-то придумывается, ничего не придумывается. И ничего тут не помог этот нокбэк. Вот если его кидаю, ну так, конечно, да. Но на этом мои полномочия. Хотя не все, смотри. Да, сейчас что-то даже получится. Или нифига, Васильев. Все так, не выйдет. Я тогда не выхожу. Ну, кажется, я что-то нащупываю. По-моему, начало верное. Как магазин верный. Универсам Павлович. Так. Надо сейчас подумать, как паралич сохранить. Как бы это странно не звучало.
Сохранить паралич. Мало кому пожелаешь. А тут я должен сохранить паралич. Ну, я сейчас подумал не свапаться с ним сейчас, а свапнуться со статуей, пройти туда, вот этот оттолкнуть. Вот. Сейчас надо это продумать. Этот я отталкиваю вправо, этот у меня встает пах на эту точечку, этот я... А вот этот я уже не выталкиваю никуда, потому что вот этот меня теперь загораживает вот там... Чуть правее ход. Нет, так не пойдет. Давайте, значит, с Вапулецкого делать. Думать. Когда использовать паралич? Что если я сейчас возьму нокбэк, не парализую эту гадину, то я никак там уже не развернусь. Да? Борода. Туго, туго идет. Не додумываюсь пока что-то. Додума не происходит. Сейчас парализовывать или потом? Сейчас или потом? Но если потом, то... Он же со мной тут... Вот я иду сюда, он след за мной. По пятам, по пятам, по пятам, по пятам. Это я до... Ну это мне не надо доталкивать туда, мне надо... Вот как мне сохранить еще нокбэк на бросок? Если мне же надо еще... Все, нокбэк став, а один заряд есть. Я его могу использовать для чего-нибудь. Ага, ага. Что-то придумал, ну, хотя не факт. Что-то придумал, хотя не факт. Я буду опробовать то, что я придумал, если я смогу это целиком сейчас в кнопки передать пальцами. Из головы. Это, как мы все знаем, не всегда получается, иначе бы все всегда делалось правильно. Постоянно. Так, вот этот фуфел сидит здесь. Вот этот фуфел сидит здесь. Здесь я свапаюсь. Ага, бринг, бздынь. Тут я. Тут я без нокбэк стафа все еще. Он мне сейчас, вот в данный момент, он мне сейчас нужен, чтобы я сделал вот так. Вот так. И мог отсюда выйти, а я уже не могу. Все, гиблая стратегия. На тебе, на тебе, на тебе, на тебе. Чё-то надо из предыдущего положения выдумывать. Вот чё пока непонятно. До полчаса домучаюсь. Кому интересно, это полчаса смотрю. Господи, на что вы тратите свое время? Так. А если... Нет, это не достаю. Так. Сейчас это... Прогнозис. Прогнозис запускаем. Я свапаюсь с этим. Жжик. Ну чё запускать? Давай в действие проверять. Оп, она. Всё, фигня вышла. Понял, что вышла фигня. Отступаем.
Да, что попало вышло. Бздин. Японская анимация. Называется аниме. Ну чё? Ну, давай сделаем сейчас опять глупость, потому что я вот из этой ситуации не вырулю ровным счетом никуда. Но мне просто кое-что интересно. Вот свап. А, ай, не так хотел. Хотел не так. Ладно, сейчас заново. Заново делать глупости. Вижу грабли, намечаюсь. Готов опустить ногу. Пиксельно. Ну, а может вообще вот так? Нет, так я никуда не выйду. Мне нужен этот угол. Я надеюсь, я правильно понимаю, что мне нужен этот угол, иначе я что-то не так делаю. Это вообще не исключено. Это вообще вероятно. Очень большая вероятность, что я что-то не так делаю. Так, нокбэк я взял. Все, у меня сейчас нет свап-стафов. Нужны ли они мне? Непонятно. Пока непонятно. Что-то вообще не то вышло, да? Фигня какая-то. Сущая ерундистика вышла, все не так. Что ж тут придумать-то? Что бы тут сделать-то в умного? Ну да, я могу тут вверх обойти, если у меня вот этот стоит. Но я создаю себе тупики таким образом. Вот этот никуда не дену, и вот этот, который тут стоял, никуда не дену, это подавно. Он мне будет всегда мешать. Мне почему-то кажется, что надо все-таки вот как-то отсюда начинать все равно. Ой, погоди. Ну-ка. Ну-ка. Подожди, у меня тут такая мысль, очень японская, возникла. Смотри, что я делаю. Я тупо свапаюсь с этим. Вот с этим вот существом. Ага. Как тебе такая мыслишка? Ну, это сейчас надо разыграть, потому что я не знаю, к чему это может привести. Вот, все, он там. Он оттуда никогда не выйдет, пока я снова с ним не свапнусь или с каким-нибудь из камушков. Ага, ага. И сейчас у меня есть все посохи. Так, давай мыслить. Я могу его сейчас отсюда парализовать, чтобы он стоял в этом углу. В этом углу он не должен мне, по идее, мешать, да? Ну, смотри, кстати, вот эта штука в форме глаза такого, он смотрит вниз и все видит. Ну, вот и ты сейчас будешь стоять тут и все видеть, а я буду делать всякое. Я его парализую. Или нет? А что я потом-то делаю? Что мне делать дальше? Я его парализую, запихиваю вот эту статую.
Выталкиваю. Нет, пока не выталкиваю вот ту. Почему не выталкиваю? Потому что не смогу ходить здесь. А здесь мне надо вообще ходить. Вот мне как-то этот камушек бы тоже куда-нибудь деть. Ну, допустим, сюда же, да? Нет, сюда мне его не надо, точно. Я его могу... Я его и никуда не заберу уже, кстати. Я могу его забрать сюда. И вот тот уже нокбэкнуть, а этот тогда вверх мне как-то надо. Ой, 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 сейчас надо придумать, как это все сделать. Давайте мы паралич тут устроим, чтобы вот точно не забыть, чтобы ничего не мешало. Все, стой. Тут, надеюсь, будешь стоять до конца. Очень надо все осторожно продумать, чтобы не накосячить. Очень осторожно. Так, кажется, понятно. Запехиваю этот. Господи, да, неужели получилось? Свапаюсь с этим. Нокбэкаю вот этот. Ой. А вот этот-то у меня остается. А вот этот-то у меня остается. Как говорится, по-японски. Нет, не так. Нет, не так, значит, да? И отсюда уже никак не вы... Ну, хотя... Нет, отсюда уже никак не вырвать. Если только... Подожди, подожди. Ага, стоп, сейчас. Вот я могу этот толкнуть. О, походу получается. Смотри, пацаны. Девчата. И так далее. Пацаны, девчата и так далее. Да, получилось, все. Есть. Есть. Следующий. Go next, как говорит мистер Квор, которого вы все знаете. Но он говорит это, когда проигрывает. А я говорю это сейчас. Своего пот. Давайте следующую проблему. Waterdog Paradise. Наводный парадиз, если по-русски. Или Waterdog-ный рай, если еще более по-русски. Давайте. Что-то хочу подержать вот курсорчик в интерфейсе. Ой, мамочки. Это еще что такое? И как мне с этим быть? А, о, господи, ты глянь на это. Но тут свап не иначе, или отсюда нокбэк искать. Вещи для нокбэк искать. Офигеть, вот эта карта. Вот это да. Вот это дичь. Как на этом играть вообще? Как на этом играть, когда тут еще и ловушки наверняка, да? Пиннинг став. Все, ну тут понятно. Тут я пинюсь просто вот в это. Ну, пока что, навскидку. Угу, вот боринг став у меня здесь есть сейчас. Я его беру. Я вижу, что тут ловушки будут, что ли? Да, Perception Grass. И что я вижу? Я не вижу никаких ловушек, во-первых. Возможно, мне этот предмет был нужен для того, чтобы его куда-то кинуть. Но уже поздняк, да? Уже позналиссимо. Надо стоять здесь, чтобы его... А мне нечем толкать, у меня же пиннинг став. Но я могу копать. Вот сюда встать и копнуть влево. Предположительно, могу копнуть влево. Я и тут могу копнуть, но я тут не могу ходить. Никак.
Ну, тут могу копнуть, но не могу никак ходить. Что-то тут подозрительно как-то, мне кажется. Что-то тут какая-то хитрость заключена в этой карте. Но я пока не знаю, какая. Ну и чё, я типа... Окей. Ладно, запорол, дальше что? Давайте еще посмотрим, что можно сделать. Явно все не так просто. Потому что у меня есть штука, которую я не знаю, как и для чего использовать. С этого начнем, да. Могу пинуться на вот этих ребятишек. А если выше, могу пинуться. Нет, не могу туда пинуться. По диагонали. Ну, сюда пинется, не знаю зачем. Ну, это с другой диагонали. Я еще только сюда могу пинуться. Я правда не знаю, зачем мне это делать. Давайте пока просто пробовать всякую ерунду. Ой, они даже не сдвигаются, ты глянь. Чего ж тут надо выдумать? Что меня это заводит в тупик. Это головоломка. Так как я сказал, сын. Ладно, неважно. Даже слова люблю придумывать. Поэтому иногда придумываю. Сковородку называю сковородкой иногда. Потому что почему нет? Угу. Ладно, начинаем опять отсюда. Perception Grass не понимаю ни зачем. Вот как она работает в точности. Могу видеть ловушки на земле. А вот он не вижу ловушек. Хотя, стоп. А как сейчас вот это кнопка? Во. Сейчас тут что-то можно нажимать, погоди. Вот, тут что-то можно нажимать. Сетку убирать, переключать. Чего-то переключается, не знаю, чего. Чего я сейчас переключаю? Непонятно, что я сейчас переключаю. Вообще, погоди, я понял, кажется. Кажется, я понял. Мне нужно вот эти вот сейчас пространства. Вот эти пространства сейчас. Причем не любые, не все. Мне сейчас надо их прощупывать на 7-8. Боринг став работает на 10 клеточек меня. Ну, допустим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, допустим, я встаю здесь. Борю туда. Опачки! Смотри-ка, сколько тут всего. Ого-го. А как мне там сейчас очутиться? Погодите. Погодите. И там еще наверняка тоже что-нибудь есть. И как мне тут очутиться? Вот на монстра трап нельзя. Потому что она... Превратить все предметы в монстров. Вот. Ну, как мне туда-то? Туда надо. Тем более... А, ну я могу отсюда сейчас на аларм ловушку вылезти, да? Давай так попробуем сделать. Не помню, как алармовая работает. Ну, что-то плохое тоже делает. Возможно, не критично. А, самон, это самон. Ну ты, блин. Что попало, сделалось. Ну, сейчас хотя бы понятно, в какую сторону копать. В прямом смысле. Угу. Давай.
дальше копать. Сейчас мы тут подумаем. В принципе, него можно с этой стороны начинать. Персепшн грас опять курфаем. На аларм не лезем. На монстра трап не лезем. Куда можно залезть? Сюда. Сюда меня не припинит. Сюда. Ну, куда-куда здесь пинется, да? Сюда могу наступить. И... ну, если это меня не убьет, можно попытаться. Давайте будем пытаться, что еще делать. Эта игра вообще о попытках, особенно вот эта часть. Так, а если я, допустим, стою где-нибудь вот тут, и отсюда диагональ, тоже сюда же, а отсюда... отсюда никуда я не попаду. Ну, и Боринг Став больше мне не поможет. Ну, давай туда. Будем жив, не будем живы. Окей. А если в другое место? Тут же еще один такой... такая нычка есть. Но до нее я не достану, раз. 7, 8. Нет, достану. А, тут ничего и не оказалось, смотри-ка. Так, где еще тут есть нычка? Вот, могу сюда вернуться и... а, нет, отсюда я не смогу туда попасть. Все ясно. Сложно. Надо что-то придумывать опять. Как и в любой пазле неместной, надо что-то придумывать опять. Эта игра так называется. Cheering the Wanderer as the Tower of Fortune and the Dice of Fate переводится как надо что-то придумывать опять. Если не знаете японо-английского. Ну, как же мне сюда забираться? Очень трудный вопрос. Сюда никак нельзя. Сюда я вообще куда отлетаю? Вообще вот сюда куда-то. Почему нельзя сюда? Давай, ну, ну все равно ж пытаемся, пробуем что-то. Нет, сюда никак. Дал полби мыши какой-то. Полби. От слова лоба. Полби. Даже не знаю. Попробовать все-таки. А имеет ли тут значение, куда я именно борю? Допустим, сюда заборю, да? О, похоже. Похоже, это на что-то влияет. Или нет? Не совсем понятно. Нет, походу не влияет ни на что. Если, допустим, улетал сюда. Нет, вот этой штуки не было. Вот этой штуки не было. Как же мне туда попасть-то, а? Безопасней. Вот это меня убивает. Быть отсюда. Отсюда не получится. Отсюда вот на это попадаю опять. Как же. Куда же вообще прилететь-то нужно? Да, пока непонятно. И там мне никак не оказаться, да? Тут мне вообще никак не оказаться. Ноль шансов быть где-то тут.
Так ведь получается. Что, не знаю, как... Что же мне сделать-то? Не, ну это бесполезно. Давайте хоть для демонстрации того, что это бесполезно. Опа, все предметы превратились в фигню. Так это не делается. Все-таки хочу проверить, есть ли. Есть ли у меня возможность здесь оказаться? Не похоже. Больше некуда, только сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять. Далеко. А по диагонали нельзя, насколько я помню. Ну давай попробуем. На, по диагонали нельзя. Борить. Нельзя делать дядю Бори по диагонали. В жизни тоже, кстати. Очень реалистичная игра, как я люблю повторять. Может, там все-таки что-то есть? Ну, вот, допустим, здесь, да? Wave. Dark Wave. Нет. Ничегошеньки тут-то и нету. И туда даже не попасть при любом раскладе. Значит, надо делать что-то там же. Там, где мы уже делали. И сейчас. Может, в угол пальнуть? В угол-то я еще не палил. Ага. Вот и я думаю. Угол для меня еще не паханая целина. Смотри. Опа! Ну, вот это уже, вот с этим уже можно жить. Или все-таки нет? Смотри, вот это у меня исчезло. Ну ладно, понятно. На эти мне ни на одну нельзя наступать, но принцип ясен. Сейчас будем от этого принципа исходить. Из базового принципа, что можно рубить несущие, грубо говоря, стены. Сели и поели. Борем. Это странно вышло. Думал, выйдет не так, но вышло так. Ну ладно. С чего бы выйти не так, да? Вот я могу в угол попытаться зацепиться, да? Для этого мне надо перейти сюда. Ага. Так, пинимся. Превращаемся в онигири. А, это ловушка голода всего лишь, это не онигири. Все, пофиг тогда. Десертный свиток. Trap deletion scroll. No backstaff. И вот сейчас отсюда еще сложности начинаются, потому что, во-первых, мне надо попасть, сейчас скажу, куда. Ну, вот на эту диагональ мне надо будет попасть, чтобы нокбэкнуть вот эту штуку туда. Как это достигается? При помощи десерт скролла. Он сушит всю воду. Это значит, на меня смогут эти мусы нападать. У меня есть 2, 4, 2, 8 горшочек, которые я должен буду кинуть откуда? Находясь где?
Хрен бы знал на самом деле. Поэтому сейчас будем импровизировать. Импровизию делать. Ну, можно предположить, что я... Они по два хода, они по два... По две клетки проходят за один ход, насколько я помню. То есть я вот здесь, они вон там. Я вот здесь, они тут. Я, допустим, вот здесь. Они тут. Я в них кидаю штуку. Это значит, у меня 1, 2, 3, 4 хода. А вот этим до меня 1, 2, 3. Ну, эти до меня примерно за то же время добираются. Ну, давай пробовать. Была, как говорится, не была. Делаем десерт. Они мгновенно делают ход сейчас же. Да. К сожалению, это действительно так происходит. Я бросаю эту фигню. Ой. Это не убивает их всех. Блестяще. Не получилось. Попробуйте еще раз. Ну, начало мы уже знаем. Начало мы уже знаем. Съем на всякий случай-то. Вдруг что не увижу, да? Я же могу что-нибудь не увидеть. Кинемся. На ловушку голодушку. Стоп. Мы не делим трэп прямо сейчас. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Мы делаем десерт прямо сейчас. Ну-ка. Мне интересно, что из этого выйдет. Они не триггерят ловушки. Горе мне. Погоди. Погоди, я дурачок. Погоди, не поэтому, а... Это с этим связано. Не напрямую. Там же есть... Там, блядь, это клевая штука. Сейчас покажу. Ловушка, толкушка. Бревно, когда летит тебе в лицо, или в спину, или в бок. В лицо. Всегда в лицо. И оно может меня спасти как-нибудь. Возможно, что-то я про нее забыл. Это единственная ловушка, которая не вот эта и не остальные. Есть несколько ловушек. И это единственная ловушка, которая не вот эта и не остальные. Блестяще, молодец, умный. А, нет, зачем она меня сюда? Она меня сюда, бам, и все. Нет, это бесполезная затея была. Но я могу вот эти потриггерить ловушки. Это мне сейчас ничего не стоит. В общем-то. Оттуда ничего не прилетит. Туда мне некуда лететь. Туда. Ну, кстати, я же окажусь тогда, получается, снова здесь. И мне это на кой ляд надо? Мне это не надо. Мне это не надо. Я могу... Я могу получить бревно, пока течет мой любимый кетчуп, это точно. Еще я могу сломать вот эту стену и отправиться вот... А что мне это даст? Погоди. Горшок же у меня тоже неспроста. Мне кажется, его надо использовать против... Вот этих. Вот этих вот мышек. Вот что-то самое сложное сейчас в этой загадке, это вот это. Непонятно. Ну, хотя да, вот это вот. Да. Отсюда я не смогу наступить даже. Может, бревно летит в лицо. Не долетает, потому что стены.
Вот эту стену я могу сломать при помощи горшочка. Вот эту стену я могу сломать при помощи горшочка. Если я лечу туда. Если ломаю вот эту стену, наступаю на эту штуку отсюда, лечу туда. Нет, не нужно, получается, тоже все. Ой, как все тут запущено. Тут очень много места. Очень много места. Я не знаю, как использовать. Не думаю, что он тут просто так. Думаю, что надо как-то этим суметь распорядиться. Мне кажется, залетаю я сюда правильно. Самая оптимальная вещь. Дальше что придумать? Я могу вот это вот взорвать горшочком. Часть вот этого вот блока стенного. Не знаю зачем. Давай попробуем. Ну так чисто. Чисто ради интереса. Чтобы что-нибудь придумать. Экспериментируем. Ладно, так. Совершенно бесполезно затея. Кто бы мог подумать, ага? Забавно, что оттуда бревно прилетает, несмотря на то, что там стена. Ладно, надо что-то делать нормальное. Что-то стали долгие вот эти базовые, они стали усложняться, и поэтому хоть в отдельной серии каждый делай. Потому что глупый, не можешь сразу придумать. Можно будет еще попытаться вот... ну подожди. Надо посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, можно будет пробить снизу. Точнее, вот отсюда. Это я попробую, если мне сейчас не получится. Вот интересно же придумывают, а? Ну, чё так сложно? Почему так сложно? А, ну вот оно и так прилетает здесь. Почему так сложно? Непонятно. Вот откуда начинать бежать? Можно отсюда попытаться начинать бежать. Давайте я делаю. Мне даже не нужно ловушки убирать сейчас. Я просто делаю десерт скролл. Вот они опять не вместе движутся, это все портит. Всю малину и ежевику. Голубику. И сейчас попытаемся вот отсюда зайти. Отсюда? Вот, повыше. Boring stuff. Давай смотреть, что вышло. Можно сюда залететь, что, в общем-то, тоже нормально. Давай попробуем. Насколько это нормально выйдет. Не-не-не, не нормально. Только один подход, значит, есть, понятно. Ну, это тоже неплохо. Значит, надо что-то оттуда уже соображать. Умекать из уже известной позиции. Вот отсюда. Вот отсюда. Что-то выдумать. Ломаю вот это. Пынк, 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 пынк. Меня отбрасывает. Куда меня отбрасывает?
Погоди еще сейчас. Сейчас еще погоди. Ну, даже если я окажусь вот здесь. Не, меня вот эти быстро догонят. Нет, так не пойдет. Как туда оказаться? Просто сейчас экскрементирую. Вот бах. Бадеймс. Оказываюсь на старте. Десерт рано. Оттуда я не докидываю. Нет, неудачная позиция. Как ни погляди, неудачно. Но, стоп. Я вот там сверху все пытался прикинуть. А если не сверху прикидывать? Давай сейчас. Будем повнимательнее. Я же могу сюда встать? Что-то пока непонятно. Если могу, то проблема решена, я думаю. Фига, она не решена. Сюда-то я не встану. Чтобы оно и не попало бы в любом случае. Да, так не получится. Как же мне с горшочком этим поступить? Он только при броске взрывается. Наверное, только при броске, к сожалению. Ну ладно, не знаю, что мне тут поможет. Возможно, придется подсматривать. Не, они идут в разнобой, вообще не так, как надо. Попал. Не выходит. Не выходит что-то у меня тут. А. Еще одну попыточку и достаточно. То я уже понимаю, что сейчас ничего нового не придумаю. Значит, надо снова отойти от этого, дать этому в голове порешаться без сознательного участия. И там оно что-нибудь мне выдаст, как почти всегда и бывает, кроме трех случаев, когда я не доварил и подглядел. Горшочек варить должен. Ну, кстати, да, если оставляю ловушки на месте... Оставляю ловушки на месте. Я могу воспользоваться же вот этой штучкой. Штучкой-дрючкой. Чтобы меня куда-нибудь запыльнуло. Но меня в любом случае выплюнет опять сюда. Мне нужно сделать 12 ходов, чтобы попасть вот на эту. На ближайшую точку, откуда я могу ногу бегать. Не пойдет, мне кажется, такая фигня. Если я ломаю вот эту стенку... бесполезно. Не могу.
могу пока придумать. Пока не думается мне что-то в эту сторону. Действительно, надо отдохнуть, видимо. Вот с этой диагонали, смотрим, бревно больше. Ой, ладно, что-то. Нет, не будем решать эту проблему сейчас. Тут уже час, уже за час. Думаю, на этом тогда можно и остановиться совсем. Имею в виду серию остановить. И сказать спасибо. Спасибо всем анимеголикам, которые смотрят на мучения моего мозга в этом рогалике. И теперь пока что все. До свидания.